Предлагаем вашему вниманию сковорода «Помощница» от компании «Велбрек», которая представлена, Оля, ты представляешь, в 4 цветах. Здесь вот даже есть мой любимый цвет, и мы к нему расскажем. Итак, синий, прекрасный синий цвет. Это 4 в 1, потому что она и выпекает, она тушит, и жарит, и готовит, потому что здесь качественная мраморная крошка, антипригарное покрытие, с которым ничего не случится. Высота борта 7 сантиметров, и, конечно, диаметр 24 сантиметра. Я пребываю в шоке. Что от такое? Цены. Вот это богатство вы получаете за 990 рублей. Не за 1990, а всего за 990. И это что у нас заменяет? Ты знаешь, она заменяет нам сковородку, она заменяет нам сотейник, она заменяет нам ковш, кастрюлю и форму для выпечки. И это одна великолепная сковорода, у которой съемная ручка. Красный, прекрасный цвет, красный, съемный. У всех, кстати, сковорода съемная ручка. Прекрасная антипригарная мраморная крошка. Дальше мой любимый цвет, потому что это логотип нашей компании, которую я очень обожаю. Прекрасный синий цвет. И, конечно же, фиолетовый. О, такой баклажан. Вы знаете, каждый из вас, мои дорогие хозяйки, можете выбрать того цвета сковороду помощницы, который подойдет к вашему интерьеру. У нас крышка идет в комплекте. И, конечно, меня поражает, что на ней можно готовить, выпекать, жарить и тушить. 990 рублей. 200 рублей экономия, и давайте посмотрим. Валя, слушай, ну ты знаешь, я все время что-то поджигал, что-то плавил. В этот раз не буду, дорогие друзья, просто хочу вкусно приготовить. Смотрите, я поместил здесь, конечно же, макароны, высыпаю прекрасную, тушенку. Ты знаешь, хочется мне что-то такого народа. Я же по флоте служил. Макароны по флотке. Ну ты знаешь, мне надо что-то сюда вкусного открыть при помощи... Вообще мужчины любят мясо, любят сытные блюда. Давайте будем и радовать своих мужчин раз разнообразим. 990 рублей. Сковорода помощницы. Любую на ваш выбор. Причем такой хороший объем. Я сейчас сюда добавил помидоры, которые открыл при помощи нашего консервного электрического ножа. Сковорода помощница. Посмотрите. Посмотрите, как я легко поворачиваю. Посмотрите еще раз. То есть ничего не пригорает. Но и это еще не все. А почему, кстати, не пригорает? Потому что здесь мраморная крошка. Помнишь, Оля, я тебе обещал показать нашим телезрителям тебе, что это форма для выпечки. Смотрите, что я сейчас специально отсюда вытаскиваю ручку. А теперь идемте за мной. Так, то есть получается, что мы можем ручку снять? Конечно же. И использовать как форму для выпечки. Опять, слушайте, по ошибке взял. Слушайте, то есть нам не нужны даже прихватки. Нам не нужны прихватки. Присоединяем нашу ручку, которая всего лишь кнопочки соединяет. Смотри, как я старался. Какая плетенка хорошая. Это вам продемонстрирует, что это форма для выпечки. И она, кстати, не схватись горячая. Обожжешься. Итак, вы можете выпекать, вы можете тушить, вы можете жарить, вы можете готовить абсолютно любое блюдо. Вы знаете, название помощницы здесь не случайно. Посмотри, какое сердце. Подожди. Да, я поверну сейчас. Да, сердцем к нашим телезрителям. Мы сердечно вам презентуем и сердечно вам советуем от чистого сердца лучшую сковороду, которая носит название «Помощница». Причем мне нравится, что ручка отсоединяется. Она у нас очень, кстати, комфортная. Конечно же, дорогие друзья, но у меня здесь еда готова. Дорогие телезрители, я готов выкладывать. Смотрите, первое готовое решение. Смотрите, за мной двигаемся. Смотрите, что я сейчас делаю, выкладываю. Посмотрите, а здесь ничего не пригорело. Вот я даже сейчас протираю, показываю. Смотри, чисто, абсолютно чисто. Следующее я убираю, следующее беру. Да, вы легко готовите, при этом вы потом не моете, не отдраиваете, не чистите. Вы просто протираете. А это второе блюдо? Ах, великолепные голени. То есть, смотрите, еще вам показываю. Для тех, кто сейчас только что включил телевизор, показываю еще раз. Протер, что ничего не пригорело. Вот она, мраморная крошка. Итак, 990 рублей. Сковорода помощница и крышка в комплекте. Ручка съемная. Заказывайте сковороду помощница и добавляйте любой товар до суммы 2500 рублей.